тем определен круг людей, которые могут быть причастны к попытке покушения на президента Ингушетии. Об этом Мурат Дядиков сообщил сегодня сам. Сейчас устанавливается личность террориста-смертника, врезавшегося накануне в кортеж президента. По словам Дядикова, уже есть много зацепок. Следствие выдвигает 3 версии, и, как утверждает ингушский лидер, все они говорят о том, что теракт был направлен против стабильности на юге России и, в частности, на территории Ингушетии. За расследованием этого преступления внимательно следят в Москве. Федеральный центр обещает всяческую помощь и поддержку руководству республики. Накануне в Назрань по поручению президента прибыл его полномочный представитель Владимир Яковлев. Мы говорили с президентом, и Владимир Владимирович очень четко просил меня народу Ингушетии сказать, что мы уверены, что не удастся запугать ни народ Ингушетии, ни руководство Ингушетии. Мы четко представляем, что народ Ингушетии понимает задачи, видит позитивные сдвиги. Это гордый народ, трудолюбивый народ и не поддастся никаким паническим настроениям, никакой панике.